Вы с кем передвигались на данном автомобиле? Мама. Мама сидела на каком сиденье в автомобиле? На переднем правом? Да. Мать и дочь ехали по делам. Полицейские знали, по каким. Именно поэтому и остановили их автомобиль. В машине запрещены предметы и вещества, оборот которых ограничен территорией Российской Федерации, имеются? Все мое лекарство. Где ваши лекарства находятся? Все в сумке, да. Найденное в сумке скорее калечит. Вряд ли полкилограмма метадона могут вылечить болезни 62-летней пенсионерки. Смертельный порошок мама с дочкой везли на продажу. А это их сообщник. Его полицейские задержали в Серпухове на парковке у торгового центра. 35-летний мужчина перевозил 50 граммов метадона. Как только увидел оперативников, наркодилер попытался выбросить сверток. Где вы его приобрели? Поднял. Что должны были с ним сделать? Выкинуть его куда угодно. Выкинуть? Ну, да, скинуть куда-нибудь. Ну, это что значит? Ну, положить туда. Тайник сделать или что? Ну, да. А это задержание четвертого участника преступной группы. В его квартире подельники хранили и фасовали наркотики. Дома у мужчины оперативники нашли почти килограмм метадона. Наркотик уже упакован в свертки и готов к продаже. Преступный квартет распространял порошок по Москве и области. Драгдилерам предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. А это их коллега по наркобизнесу. Молодой человек действовал в одиночку. Люди в форме задержали его на востоке столицы. При себе наркотические средства имеете? Да. Что именно? Гречка и метадон. Героин, метадон? Да. При себе у молодого человека было 57 свертков с наркотиками, более 100 граммов. Задержанный признался, он уже успел сделать одну закладку и подробно рассказал, где находится тайник. Оперативники приехали на место и по координатам нашли смертельный клад. Сверток с порошком изъяли. Вещество направили на экспертизу. Согласно результатам исследования, в части изъятого содержится наркотическое средство героин. А сверток, который злоумышленник спрятал в качестве тайника закладки, содержит наркотическое средство метадон. Возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков в крупном размере 21-летний парень рискует провести молодые года в тюрьме. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Юлия Ковалева, Петровка, 38.